Когда просишь у мамы или у бабушки деньги? Мам, мам! Нет! Нет? Ну, мам, по-братски. Я тебя не брат, ара. Мам, братский, ладно. Говори быстрее. У меня дела. Надо идти сплетничать. Да зачем сказать? Все равно не дашь. Я даже твоему папе не даю. Уф. Дай денег. А, нет. Ну вот, сказал же. Что тебе не хватает, ара? Трусы есть, памперсы есть, носки есть. У меня носки в тырках. Иди сюда. Чё? Это все из-за телефона. А? Ну, мам, дай деньги, пожалуйста. Они тебе зачем? 17-летняя малолетка. С друзьями гуляю. Куплю что-то. Вот, а что-то мама каждый день 1000 рублей дает. Чё? Ну-ка, скажи правильнее. Ладно, а что-то мама не права. Бай, другое дело. Ну, мам, почему не даем? А сам знаешь, тяжело зарабатываем. Хлебу как говорим. Вы меня не любите, да? Что с отца позову? Джигурю-ка-чибурю-курю. Оставь себе. Бабушка! Иди, иди. Бабушка! Сколько надо? Говорит цифру. Бабушка.